Ну, а ребята в свою очередь тоже раскрыли свои штуки. Короче, что ты делаешь? Серег, есть вина лишняя, если. А почему ты, как называется, был тут, общался с нами со всеми, потом вышел туда, якобы, типа, ты заново все снимаешь, взял GoPro-шку и пошел, типа. Видел? Да, так и было, на самом деле. То есть я посмотрел, что они здесь делают, но просто у меня не было с собой GoPro-шки. Я забыл ее. Я же не знал, что вообще здесь все сидите, я думал, вы еще не приехали. Зашел я по другому делу. Ну-ка, давай. Офигеть. Аппараты не берем. О, вот что берем. Гошан. Что? Что? Расскажи мне про вот эту штуку еще раз. Короче, вот есть такая карта. Слушай, погодите. Вы заебались с картами. Есть? Мы сегодня что-нибудь полезное делаем? Мы собираемся, общаемся, играем что-нибудь из этого. Играем мы завтра? У него 10. С кем? ОЗД. Клипсы. С китайцами? Ну, давай, ладно. Покажите клока. А что это такое, Лёх? Вот эти штуки. Что, вот эти значки или наклейки? Наклейки есть, таблетка. Ну, не вот таблетка, да. Вот эта хрень, да. Угу. Сюда клеишь, если все у тебя есть, все, то тупо приходишь, тебе дают за это курьера. Куда-то там, в Secret Shop. Курьера у Лилы, по-моему, есть значок вложенный. Что он, сколько он там нога может быть? Вот, тебе дают вот такой один значок с лыбящейся ценкой. И за нее дают курьера, там такой сундучок. Так, а сами это просто, можно посмотреть? Сами это просто, типа, на одежду, да, можно их клеить? Не клеить, точнее. Ну, это прикреплять на что угодно. Это значки, ты так вот выдергиваешь пин и надеваешь на одежду, как обычный значок. У моей жены сережки такие, вот тоже ты что-то пин так отдираешь. Алло, потом... он выиграл, походу, да? Я, кстати, могу вставить себе. Он ставит... Давайте, что, давайте. Драмер сейчас ставит себе эту фигню в качестве сережки. Ты со своими пошел? Короче, есть реальный вопрос. О, сколько у тебя их, господи? Не так много. У меня всего 9. Это 500 бачей, это типа немного. А, то есть одну штуку дают, типа, за каждые 50 баксов? 50 баксов. Вот у меня 30 баксов. И вот, и на полтора. Так, это я взял вот сюда, вот сюда. Это я у тебя брал, я тебе верну. Люди закупаются по два куска. А кто-то Ксео писал, короче, что он типа полтора часа ждал перед Ксео 8. То есть Ксео 8 как вот туда зашел, а за ним... Да? Такого не было. А, подожди, или Ice Ice Ice. Я их путаю постоянно. Может быть, Ice Ice Ice. Короче, я стоял сбоку от Internal Envy. Я простоял всю очередь, подождал соло, который купил на штукаре. На штуку с копейкой. На штуку 400 он купил. Угу. И вот все это время Internal Envy собирали. Он один пакет, второй, третий, четвертый унес, пришел, взял еще 4 унес. Там нормально. Он, то есть они... челночником подрабатывает. Ну, типа, да. Продали курьер за 15 тысяч. Челноки. Рублей или баксов? 14 тысяч долларов. Ну, рублей. У меня такие было. Блин, прикольно. Да, что за апдейт в Доте? Воу. Поехали. Слышь, что, у вас апдейт есть в Доте? А, да, был. Так, а зачем тебе деньги на Стиме, Лил? Там же имморталки. Что ты с деньгами на Стиме будешь делать? А, да? И в каком этаже империя? Открываешь сундуки, открываешь золотые шмотки. Ну, получаешь еще денег. Зачем же будут деньги? Ну. Вот ты продал сейчас. Империя что-то может быть тяжело. На 14 или на 12. Когда? В 14 веке. Да, или в 30-м веке. Может быть на 12. Ну, в каком этаже империя, Серега? А? В каком этаже империя? По-моему, на 12. Да, спасибо. А в чем прикол? Да, короче, у них билет есть на Imagine Dragons. И один из их менеджеров заболел. И типа я хотел... Серёжа? 20. Ну так пошли, идём. Чё, я вчера... Ну, мне говорят, у меня ещё в клане, и ты... Ну, попадём, чай. Клаву купил? Да. Пойдём посмотрим. Клаву за 200 баксов. Клава, кстати, да, клава порядочная. Ё-моё. Посмотрите, посмотрите на неё. Ты красненьких нацепил, да? Какой молодец. А ты золотого? Жор, ты золотого хочешь? Какой тебе золотой? Сколько штук всяких. Жора. Топовый стакан. Жарен ушёл. Ну, золотой? А, типа вот этот обычный, этот золотой? Да, вообще пофиг. Да я уже, блядь, всё убил. Что они там говорят? Серьёзно так? Ну, кодик не палим.
Так, я его все равно веду, можешь ходить. У тебя есть ногти? Нет. Ну, не особо. Ну, подожди, ты штуку хочешь открыть? Уже нет. Я кодик хочу. У меня, говорят, кодик есть. Так можно эту, монетку. У меня и монеток нет. Вот такие вот здесь пироги. Так, говорят, что-то золотое. Вот это мне нравится. Гошечка. О, вполне нормально. Ну, по-пидорски, конечно. Мягко говоря. Слышит-то. Главное, грамотно рассчитывать. Давайте побьем Гошана. А Серега... Как сказал бы Паша Бицепс, ноу гома. Ноу гома. А год что-нибудь закупил вообще? Ну, вот по итогу. Да, у него... Да? А он открывал что-нибудь? Ну, все, что открыли, кто кофе. Вот смотри, вот этого надо по-любому... Ты что ж материшься на камеру, Сергей? Ну, в общем, вот так вот здесь происходит, боже мой. А зачем столько бейджей? Просто нет стратегии, бьешь. Откуда вы взяли столько бейджей? Это нам принесли вал. А, плюсики. Это плюсики, кстати, на мейн-эвент. Вот можно... Ну, как бы плюсики, пропуски, то есть можно привести своих друзей. Вот. Мы не будем тебя приводить туда. Такие фиал, вот пол, мне, которые еще мы тебе не дадим этот бейдж. Мне не дадут этот бейдж. Буду, ну, буду сидеть в отеле и который... наслаждаться бесплатной едой. Так вот.